Дорогие друзья, мы сегодня открываем юбилейный 5-й сезон ночной хоккейной лиги. Поздравляю вас с этим событием. Благодаря нашим звездам хоккейным советского и российского времени этот проект стал успешным. Спасибо вам, дорогие друзья, за ваш вклад в развитие ночной хоккейной лиги. И, конечно, я приветствую и поздравляю с этим событием любителей, таких как я, например. Людей, которые не занимались так профессионально спортом, как наши выдающиеся игроки. Что хочу сказать? Я благодарен вам не только за ваше участие личное, но и за то, что вы своим примером побуждаете миллионы наших граждан заниматься физической культурой и спортом. Причем не только хоккеем, разными видами спорта, и борьбой, и легкой атлетикой, и гимнастикой, и стрельбой, всеми. Тот, кто двигается и идет к победе, обязательно ее добьется. Успехов всем!